ЛСП, ЛСП, друзья, едем дальше, едем дальше. Я рад, что наконец-то разразился релизом один из моих любимых исполнителей. Это неподражаемый пожилая белорусская картошка Олег ЛСП. Олег ЛСП презентует новый трек, уже всем привычном поп-звучании. Новый трек — это история с отдыха за границей, где лирический герой наблюдает за возлюбленной, которую хочет поймать спиннингом, чтобы вынуть из воды, рыба моей мечты, мне бы сейчас спиннинг. Цитата, конечно, мощная. Обложка, кстати, симпатичная. Мне нравится заигрывание эти Олега с вот такими обложками а-ля Romantic Collection, да, лучшие хиты для секса и так далее. Женщина моя, там, вот эта вся хуйня, это прикольно. ЛСП, спиннинг. Ну, давайте, давайте. Олег Савченко, я думаю, что от кого-кого. А Олег, если не порадует нас каким-то интересным сторителлингом, то как минимум даст какое-то очень грамотное и приятное взрослое поп-звучание. Что спиннинг, 21 час назад, 45 тысяч просмотров, уже балдеж, Олег, ты лучший. Короче, трек просто бомба, очень летний хит, заряжающий уютом и позитивом. Очень летний хит, по какого, 27 августа, самое время для летнего хита, мне кажется. Что со стримом, последним с недели стримов, я не ебу. Там какие-то проблемы с ним, я не знаю, с чем это связано. Я посмотрю в перспективе, пошукаю, так сказать, может, приведем все в порядок. Солнце палит, я под сенью толстой пальмы, ну а ты в бассейне проплываешь круг за кругом, улыбаясь своим двум подругам. Мне нравится, что есть стойкое ощущение, что вот у этой прекрасной водяной женщины нарисован сосок на одной из грудей. Водяной сосок, это, конечно, прекрасно, Не знаю, твоих глаз голубая бездна, я ни разу не рыб. Пока какая-то странная ритмическая раскладка, честно говоря, не сказать, что прям поп. Так, если честно. Но мне нужна блесна и леска, чтоб тебя вынуть из воды, ты рыба моей мечты, мне бы сейчас спини, кручу, верчу, я тебя хочу вынуть из воды, проплываем мимо, хвостик махнула, притворяясь милой, но внутри акула, мы в чужой стране, на одной волне, я поджег ракету и пошел к тебе, чтоб вынуть из воды, Судя по тому, что, возможно, будут еще в этой песне будет еще один или два куплета, я могу предположить, что закончится все тем, что, ну, как бы вот предсказывая эту и предвосхищая, зная Олега ЛСП и его любовь к драматическим развязкам, закончится тем, что женщина, как рыба без воды, умрет. Надеюсь, вот такое развитие почему-то чувствуется, потому что знаю, что Олег любит, когда кто-то умирает. Рыба моей мечты, мне бы сейчас спини, кручу, верчу, поймать тебя хочу, и тут дым ни при чем, это просто предлог, нас друг к другу влечет, на сетку чулок твоих не устану гласеть, я попал в эту сеть, а ты на мой крючок, кручу еще, чтобы вынуть из воды. Рыба моей мечты. Ну, кстати, рыба моей мечты. Постоянное повторение припева идет треку на пользу. Прямо начинает прилипать. Мы сейчас спини. Кручу, верчу. Я тебя хочу вынуть из воды. Рыба моей мечты. Ну что, неужели никто не умрет? Ну почему? Я кручу, верчу, к себе тебя тащу. Нихуя EDM, это что, Рома Англичанин, старая демка?
Одну секунду. Последние нотки в Китае спрашиваются. Ну что сказать, друзья, ну что сказать, устроены так люди, и несмотря на то, что песня Олега Луспая обычно устроена по-другому, здесь, к сожалению, не оказалось, к моему, к сожалению, никакого драматического финала, что, возможно, не пошло песню на пользу, потому что припев хороший, куплеты без откровений, ну, не знаю, как-то, на мой взгляд, тоже никак. Не могу сказать, что песня мне прям супер зашла. Тоже спокойно, без восторгов, то есть, типа, 10 очков вперед, потому что это Олег ЛСП, один из моих любимых пацанов в русской музыке, но очень средний. Ну, то есть, типа, блин, я очень его люблю, реально очень люблю его творчество, но в последнее время оно все реже и реже бахает. Я понимаю, что Олег ЛСП заходит на другие территории с этим поп-звучанием, у него же другие интересы, другие приоритеты в силу возраста, но я, конечно, вот причитание о том, что раньше было лучше, это разговоры в пользу бедных, но тем не менее вот этот трек у меня не оставил какого-то очень положительного впечатления. Хороший обычный трек ЛСП, обычный, нормальный, качественно сделанный, припев приятный, история понятная. Ну, как бы метафоры какие-то есть, но не настолько меткие, как он умудрялся вкручивать раньше, даже в какие-то проходные треки, поэтому тоже скорее нет, чем да, но все равно Олегу ЛСП респект за то, что он вообще есть. Мы его, конечно же, любим. Ладно, давайте чекнем, что там у Влада Ай.